Слушай, ДВГ, а как 84-я точка называется? Сейчас пойдем. CNT, это что это за кант? Ну, центр. А, центр, понял. Да, 84-я центр, да. ЛНД. ЛНД Леонид. Леонид, Игорь, Аня, центр и Максим. Да, да, да. Угу, все понятно. Я Бориса не вижу. А, ну, у нас он перезаписался на другие. Ладно, не важно, главное. У тебя 62-я, Борис, да? Да, БРС, да. Борис, 62-я точка. Все хорошо. А, третий к запуску готовы. А, запускайтесь, доложите готовности к выруливанию. Это третий, мы что-то ждем? А, вы уже сказали, сорян, я не слышал. Так, группе взлет. Первое довесение. Сейчас посмотрю. Можешь, можешь посмотреть? Я заслышу 6 километров. Что посмотреть? Можешь посмотреть в ту сторону, я заслышу на тебя. Вот, посмотрел. Смотрю. Ну, Дислейв есть? Да, да, я уже на Слейве. Это наши, по-моему, пехота. Бронетехника наша стоит. Наша. Так, меня артиллерия трекает с направления с 190.
Это третий с азимута 190 трека зенитная артиллерия. Вас понял. Занимайтесь пока разведкой, мы постараемся ее найти. Так, ладно, наводи тогда на этот самый, на точку Анна. Понял. Вот, разведывай цели. Так, по нам стреляют. Это третий по нам огонь с двойной артиллерии С-63. Оценочно. Отойду подальше, разведаем. Понял, да, отходи дальше вне зоны поражения, разведывайте издалека. Вот при обнаружении можно атаковать без предупреждения? Да, зенитная артиллерия такой себе без предупреждения. Хорошо. Смотрю на точку Анна. Сейчас я вынужден немножко маневрировать, потому что нас сопровождают. Да, я понял, я вижу. Скажи. Похоже по нам. Колючка это Англи-3. У нас взаимодействие или ПВП с ПВЦ РФ? Это взаимодействие. Как поняли, угроза ЗРК во всех распространениях. Но взаимодействие тоже. ЗРК не очень глупо. АСУ наблюдал. Сейчас она примерно километров 12-13 от места, где мы разделились. Попробуем создать точку конкретную, как сказать, для этого года. Парни, по возможности present position отправьте. Я отправлю. Всем только отправить или для один? Да, всем отправляй. Можешь сейчас прямо по курсу поискать, попробовать? Хорошо. Зенит. Понятно. Придем. Ищу. Сейчас я подымусь, она затрекает. Вот как-то так. Парни, тактика следующая. Отходим на большую дистанцию, смотрим в теплаки. Пока не видел, пока не видел. Что? Не видел, не увидел ничего. Увидел какую-то колонну бронетехники, движущуюся в нашу сторону. Скорее всего, я это противник. Понял. По-моему, это колесная техника была. Отходим насколько далеко? Вплоть до 15 километров от цели. От цели? Или battle position? Не от цели, а Battle Position просто будет вам указывать направление, на котором отходить. Цель это получается точка А. Ведущий работает с Hold Point.
попробуй поищи по азимуту 200, что-то похожее на зенитки. Ищу. Я сейчас так повернусь, чтобы они у нас были примерно. Обстреливают, доложи остаться. Второй не обстреливает. Понял, ну я видел вспышки рядом. Ну вижу бронетехника, противника, танк. Зениток пока не вижу. Второй уже отошли от... А ну можешь на ней таргет поинт на. А, понял. А, ну в принципе не получится. Уже за пределами. Я понял, ладно. А ты не можешь... Он реально стреляет в ваше направление и просто не добивает. Север поворачиваем, отойдем на 15 километров. Принял. На 14 будет достаточно. Следует точку Н. С одной стороны много кустиков, заберемся повыше. Обследую. Третий перешел 14 километров севернее Анны. Третьего понял, ищи цели. Смотрите, там наши наступают. Наблюдаю какую-то технику колесную. Не могу разобрать, что это. В телевизор перейди. Звенел таргет 03, группа пехоты в посадке. Она довольно близка к нашим системам. Проверьте, ну, чтобы это не было ПЗРК. Довольно хорошо должно быть. Отлично. Таргет 03, посмотрим. Второй принял таргет. Смотрим. Да, бля. Второй на указанном таргете. Здесь такой засветка. Сложно определить пузырька на пузырька. Таргет 03, смотрим. Второго понял. Если точно поймете, что ПЗРК, атакуйте без запроса. Ах, я чуть валюсь. Пока не вижу на Т-03 ничего. Ну, смотрю. Так, сейчас пойду вправо на обратно. Принял, хорошо. Второй чуть поодаль, таргет, наблюдаю, еще в этой же полосе.
Слушай, я вижу какую-то пехоту в кустах. Понятно, наша, не наша. Асса, стабилизировать можешь на ней перекрестие? Сейчас, секунду. ЛМС. Да. Не похоже на ПЗРК. Да. Они легли. Проверю. Третий, наблюдаю поражение на паркинге. Третьего. Ну ладно, переходи тогда на Анну. Смотрю на Анну. Хороший способ разведку вести, не подходя к цели, это летать на скорости вне зоны поражения, но боком. Второй летаю галсами 270-90. Понял третьего. Третий, все правильно. Но давление километров 10, примерно. Не хочет принимать, короче, цель. Попробуй ты прими. Ну я рэк жму, она не исчезает. Таргет 01. Звену наблюдаю. Группы из 4 МТОБ двигаются в пределах дальности. Я вижу артиллерию. По-моему. Что-то похожее на нее. Как далеко? Работаем по ним. Не успел я посмотреть дальность. Сейчас подскочим, посмотришь. Давай, смотри. Секунду, мне ее снова найти надо будет. Ну, засторить бы, конечно. Не, так а что дальность? Просто этот самый нажимаешь, как ее. Лазерный дальномер и все. Да я понял. Я знаю. Так, пока не вижу ее за деревьями. Вы кто-нибудь работали, ракет?
отходим, постараемся сейчас выцепить. Гадика, блин, я тоже видел пасу. По пуску. А ты нашел тот объект? Примерно, да. Но мы на такой высоте, он за елками не видно. Ну давай подымемся. Он далеко, дальность какая? А, Аджи-2, талант статус. Сейчас посмотрим. Аджи-2, горячий. На первом таргете, который выкидали, я наблюдаю людей танки. Дальность больше. Танки рядом с городом ГПР не наблюдаю. Да, я вижу там разрывы какие-то. Да, да, это артиллерия. Понял, точно. Долго не стоит. Точно артиллерия, больше не летит. Пока с этого направления продолжаю искать цели. Ставлю так. Так, третий, мы у вас слева, наблюдай нас визуально. Справа наблюдаю, правда. Нет, справа это второй. Я у вас слева, сейчас подлечу. Есть идея. А где я обнаружил ствольную артиллерию? Атакуй ее нахрен. Мы далеко пока, до нее больше 9. Точнее, больше 10, видимо, даже. Там же 9999. Ну ты понял. Я понял, понял, за пределами. Давай попробуем подскочить. Давай. Лимой. Хлопнешь их. Дима, Гле-3, смотри, мы слева. Пока не наблюдаю. Я там наблюдал артиллерию, попробуем сейчас и подскочить. Понял, давай. У тебя таз туда направлен? Да, именно туда. Наблюдали движение бронетехники. А ну давай, подскакиваем. Работает ствольная артиллерия. Пробуем перегруппироваться и... Еще повыше. Я подскакиваю, пойду. Еще повыше. Пока что противнику на точках Анна и на точке бронетехника к юго-востоку от нас. Так, ну привет. Привет, поработайте. У вас была уже смена командира, были вы пока в обычном районе? Нет, еще не было. Окей, продолжайте. Там еще одна стоит, погоди. Сохрани, сохрани, застой лучше. Отойдем на повтор. Засторить можешь ее? Дальность позволяет? Да, да, да. Все, сохраняй ее. А, нет, это не артиллерия, это радар. Застой его. А, какой радар? Радар, походу, по наведению этой херни. А, еще одна артиллерия, тоже ее застурил. Все, застурил, хорошо. Это какая? Дальность, наверное, 9, я не успел посмотреть. Сейчас посмотрим. А, точка какая? Точка... Получается... получается... Радар, получается, на 33-й точке. А, нет, погоди. Сейчас, подожди. Я понял. Второму на точке Анна цели, по которым можем отработать, работать. Это точка P32. Сейчас мы подойдем. Второй. Сейчас мы подойдем на 8 километров. А какие цели? Вот, подскочишь. 32 это получается радары. Хорошо, сейчас мы подойдем километров на 8, подскочишь, ударишь лимой по нему. Да, слышишь. То есть я подскочу. Понял, по БТРам работаете хеллфайрами, по пехоте постарайтесь нурсами закинуть с максимально возможной дистанции. Понял.
поле радарного видения зенитной артиллерии, попробуем по нему отработать. Понял, давайте. Мы летаем рядом, пытаемся вас прикрыть от обстрела осы и подобной артиллерии. Хорошо. Так, 32-я точка, ведь правильно, да? Да, 32-я. Так до нее дальность 8,7. Все, подскакиваю. Смотрю. Пока не видно. Справа стреляют, справа стреляют. Справа, справа. По третьему пуск. Нихуя себе. Там в кустах сидит кто-то. Ребята нас прикрывают нарами. Наши планы не поменялись. Разворачиваемся с С. Стреляем по 32-й. Ищи. Принял. Принял. Ищи на 32-й, что ли? Уже ищу. Первый отработал по стреле. Пуск был наш. А, по вам пуск. Пока будто пуск. Пуск, пуск. А ну, нашли, нашли, нашли. Это сам, нашли. Вижу. Ну, застой, группа. Сейчас. Не успел. Я понял. Я примерно видел. Ну еще, если быстро завернешься, еще шлейф висит. Если что, готовься лимой палить туда. Мы по шлейфу работаем? Да. Вижу шлейф. Пошли. Вижу осу. Лимой. Так, затирай. Да, там, конечно, желательно было лобол достаться. Ну ладно, хер. Лим, это по нам. Третий, это по нам пуски. Просто где-то рядом. Я вас. Есть вас. Что, осу поразили? Да. Отлично. А где ты? Есть оса, судя по всему. Возвращаемся к 32-й точке? Да. Принял. Пока не наблюдаю. Ищи вокруг, я поставлю тебя... А ну-ка, чуть-чуть ниже, ниже. А, и правее, я там какой-то... Чуть повыше, да. Место пуска, оглядим, отходим, потом... Что, повыше, да? Чуть-чуть. Я поднимаюсь. Ищи чини. Да, дальность сейчас замерь. Дальность 9700. Я понял, хорошо. Вижу радар. Давай, на боевой? Готов работать, да. Это сам, давай кило. А, глядя драйв. На боевой пошел. Принял. А, будет три пуска. А, внутри райфл. А, гляди райфл. Все, ты сопровождаешь? Сопровождаю.
Все, хорошо, я плав по правым. Сопровождаю. Сопровождаю. Чуть-чуть левее. Чуть-чуть левее, левее, левее. Левее, в смысле левее? За деревья, за дерево ушла цель. Блядь. Там, по-моему, что-то горит. Блядь. Поразили, поразили. Поразили. Огнетри, по нам попадание пока управляем. Понял, отходите на холд позицию. Огнетри, поразили радар наведения артиллерии. Красавчики. Давайте пока перегруппируемся, отойдем на холд. Чё по нам попало? ЗРК? Я не знаю. Я не знаю, могла артиллерия попасть. Чё-то взрыв такой был, прям в морду, блядь, блядь. Запросто. Слушай, ну круто. Ну да, взаимодействие, конечно, ноль, но у нас тут это самый ППЦР. Нам мог. Здорово, понял. Справа разрыв. Это причинить по времени, есть пару пчел на западе, но больше подгрузить женщин. Так, звено, как у вас? По нам артиллерия работает слева. Вообще, готовы ли вы сейчас по времени пойти еще раз на... Наблюдаю, да. Авиация это колючка. У вас, как я сказал, нет задач уничтожить все. Нет лаптоп, чтобы один командир выполняет общую атаку. Затем меняется комбинатор, который не дает этому командиру и так далее. То есть, ну, можно с этим разобраться, просто нет. РЛС у тебя? Нет. Задача уничтожить все. А, да. Олег, смотри, у нас один повреждён, уже он не будет командиром. Я могу поставить второго, но у нас уже ПК и ловушек мало, поэтому командиром я могу сменить, но возможностей по атаке в таких условиях у нас мало. Тем более вы там спауните, у нас технику перед носом, у нас в ТАЦе прям заспаунили ОСУ. Так что я думаю, в таких условиях нам надо перезарядиться. ОСУ заспаунили, потому что там одна застряла в лесу. Делится спауненный БМП-2 уважен. В остальном, ну, спаунов ничего критичного с собой не было. Ну, другой вопрос. Понял. Ну, как скажешь, мы можем не отходить, можем попытаться оставшийся БК высадить с другим командиром. Командир будет номер 2. Да, номер 2. Если у вас достаточно времени, в целом можете быстро на шелк вернуться. Ну, посмотри на шлем. Да. Секунду. Смотрю. Там в окрестностях дыма есть еще что-то? Не, слушай, нету. Нет. Не понял. Не наблюдаю ничего. Ладно, давай точку Анна. Третий на холдпойте, хожу галсами 0-180, обследую точку А. Да, я вас наблюдаю, болтал с колючкой. Увидел какую-то группу. Справа я перед вами встану. Как вы вообще считаете, надо на отход или продолжим работу, сменим командира на номера 2? Я наблюдаю вражеского стрелка. Потому что в рамках тренировочного процесса есть возможность сделать сильно ближе на КП-2. Больше 10. Там есть колонны снабжения, которые можно обеспечить. Да ты там таргет-поинт, да, создал? Создал таргет-поинт, да. 9700. Я понял, 34. Вы можете возвращаться на КП-2. Глядин, понял. Агле, 3 наш
нашли танк с севера, восточнее точки Анна. Понял. Забейте его пока как точку и... так, второй меня видит и за мной встал, да? Да. Понял. Пехоту наблюдаю. Третий, забейте точку, ищите нас на холде. Идем на КП, здесь очень близко, нам туда, там заспаунят сейчас фарм. Перезарядимся быстро. На оставшийся пилон просто повесите Hellfire и продолжаем работу. Ведущий. Ну-ка, пересохрани эту точку. Да, я добавил, да. Там разрывы какие-то. Это Т-32, да? МТЛБ какие-то, да. МТЛ. Вообще, я вижу подтвержденную информацию, можно попробовать. Специально там парпа нет, но может быть это не сложно. А ну раздай им точку Т-32. Ну пока ты еще скажи, что же. Я дорожник. Поняли, оглядим, понял. Могу. Я забыл, как это делается. А, не знаю, сейчас запрошу. А ну-ка, посмотри точку 33. Да, 3. А, возвращайся на холд. Мы тут вдвоем крутимся. Ради. Я понял. Это на точку Т-33 посмотри. Смотрю. Там что-то подвижное, судя по всему. Смотрю на 36. Не увлекайся, мы на КП пошли. КП 2. Хорошо. А ну да. Агли один разгоняюсь, 110. Что ты, 36 видишь? Да, смотрю, на 36. Заправят, тот же танк вижу, по-моему, да. Который... Да. Это танк или ЗУ-20... Это танк, это танк. Точнее, ЗУ-57. Танк. Танк. А ну ты можешь перехватить РЛ и в режиме поиска этих самых целей подвижных лимой попробовать отработать по треугольнику, там какой-то треугольник в окрестностях 32 точки. Окей. Попробуй это самое лиму туда пальнуть. Есть возможность? Потому что туда вот на радаре вы... Секунду. Да, есть. Давай, пробуй. Лима не стреляет, да? Не стреляет. Я понял, хорошо. Уходим. А, да, приняли, у нас 5-3 синхроны. Двигаемся на... А, Г1, нашу скорость садимся. Мы там давай, давай. Заканчивает работу и подходит.
посадка. Чем он на возврате? Блин, для таких... Для таких случаев есть команда Missile Advance. Вот, она где-то находится на РУ, на РОШе, на верхнем хвате. Но она, как правило, не назначается. Она вручную перебирает ракеты. Нам просто нужно перебрать ракеты. У нас выбрана ракета, которая на отломанном пилоте. Внимание, Агли-1, заряжаемся, 60 топлива. Угу. Остальное так, есть, я тебя понял. Missile Advance, ее надо забить, да? Да, я понял. Ну посмотри, у тебя уже сейчас выбрана кила, да? Да. На левом борту. Да, да. Отлично, давай по Т-32 попробуем. Это сам, по Т-33 попробуем. Это Агли-1, тут не заряжается. Отработать. Немножко понял, хорошо, подожди. Между четырьмя тиграми надо сесть. Есть прямая видимость на них? Пока не вижу. FCR. Ты FCR смотришь? Да-да-да, пока я все. Она, конечно, далековато. Ну, я танк наблюдаю. Ну, хорошо, работай по нему. Дальность есть? 9500. Так, ладно, сохрани его. Храню. Это что? 37-я. Я понял, хорошо. Да, Агли-1 нам не отвечает площадка, а вы как? Ты можешь пока удалять точки с 31 по 36? Хорошо. Понял. Ну тогда продолжаем задание без перезарядки. Второй ты командир. Третьего тогда подхватим по дороге. Давай, если нужно, введу в курс дела. У меня представление сейчас о ситуации есть. С 31 по 36. Еще одна оса была рядом с точкой Игорь. Вроде как за лесом. Вот. Мы в этих где-то районах поразили артиллерию ПФ-19 и радары, но бронетехнику и танки мы до сих пор так толком и не поразили. Мне кажется, надо сфокусироваться на точках, где подписано наличие бронетехники. Но вот как к ним подойти? Разве что к южной точке, рядом с точкой Игорь, можно подойти с точки C-Company. Агли-3 в районе точки Анна обнаружил один танк. О, отлично. Очень близко с ней. Я кружу на 2, куда мне дальше?
блока на. Так. Я продублировал сброс с правой консоли, поэтому нас не должно больше это беспокоить. Понял. Так, я вроде поудалял все точки. Вроде как. Конечно, вроде один. Отправляю. Колечко ворот 1, нет, не заправляют, сейчас мы передаем управление второму порту и продолжим работу с тем, что... Принято. А второй ты рулишь, но если не хочешь, можно третьему передать. О да, третий чисто командир. Подвижная цель есть, то Килу, точнее Лимой лучше стараться ее в лобал захватывать, то есть дожидаться большого квадрата. Понял тебя. Это надежнее всегда. На точку Анна заход крейсера по 15 метров ниже, чем 5. Понял, точка Анна с севера. Выход правым. Да. Не ближе 8. Ну да, можно не ближе 8. А будешь еще находить приоритет бронетехника, пехота, если нет, это ЗРКшника, это тоже по возможности старт. Подойду туда километров на 10 и будем ходить галсами с востока на запад короткими. Угу, атаковать с севера на юг. Наблюдаешь точку Анна? Да, наблюдаю точку Анна. Смотрю.
У нас рассинхрон, судя по всему, или нет? Это тот танк, да? Вот 50-я точка. Танк, сейчас посмотрю, погоди. Не Т-50, нет. Ты говорил Анна. Анна, это... Сейчас, подожди. Анна, это 50-я точка. Так, давайте сейчас будем правильно договориться, развернемся вправо. Сейчас вот это должна быть Анна. А вообще Анна это у нас это точка C83. Второй колонии буду размыкать до километра. Мы в 6 километрах от нее, надо отойти. Смотрю на 8 встречу. Нет, ты сейчас не можешь, она у нас за спиной. Ну да, да. 19, короче, вернулся. Отойдем сейчас километров на 10. А лучше нет, на 9. Чтобы иметь возможность тут же выйти в окно. Пошел на поисковый курс. Принял. Пойду сюда. На курсе. А, точка C83. Да, смотрю. Ищи. Ищи в окрестностях. По высоте? Отлично. По высоте хорошо. Но я пока ничего не вижу. Ладно, давай тогда отработаем, потому что есть там, по-моему, Т-37 была точка. Т-37 наблюдаю. Да, наблюдаю этот танк. Дальность позволяет по нему работать? Нет, больше 10. Я понял, на боевой. Принял. Смотри за дальностью. Ну, давай сейчас этот самый лоу попробуем туда. Так, ракеты взял. Понял. Второй на 15 километрах сделайте кружок и потом вернемся на горячий. Второй задумку понял. Да, я доложу. Один, это колючка об проблемах со связью. Сейчас я с вами. Что? А ну дально на них посмотри. 9999. Я понял, хорошо. Далеко. Я понял, хорошо. Отгревал, захожу на боевой, давай. Вопрос к вам. Так, там 10 километров, я буду стрелять сейчас. 9800. Не свети, не свети. Огле три раза. Третий работает. Третий. Сейчас начинаю подсвечу. Свечу. А второй на боевом, вас видим, кроем.
Скорость 60, кажется. Принял 60. Так, начал движение. Сопровождай, сопровождай. Сопровождаю. 8 секунд. Сопровождаю. 2, 1, сопровождаю. Попали. Но этого мало. Я понял, бери ракету, добавь. Первый. Второй, да, появился. Первый наблюдаем, значит, так, третий пуск. Пехота. Галлен-то не мог. 5500. 5, это близко. Ты его ведешь? Да. Так, по нам стреляй. Уничтожен. Все. Ты пушку взял, ты видел, откуда стреляли? По третьему пуск. У нас последний килл остался. Хорошо, пока живем. Значит, на точку Анна, С-83. Перебразили два танка холодных. Следующий на С-83. Угу. Так, 5,5 километров. А что это у нас там? ПДИ прислали. ПДИ прислали. Угу, я понял, хорошо. Отправить свой? Да. Стрелу 10 поразили, атаковавшую Агли 3. Спасибо. Так, у нас 6,5 километров до Анны, 172. Соответственно, можно слейф на Анне. Я понял, ищи там что-нибудь. Вижу пехоту. А как далеко? 5500. Сколько? 5500. Поищи еще рядом. Засторио, поищи что-нибудь еще рядом. Засторио. Если что, нарами там потом насыпем. Понял, куда? Первого наблюдаю. Вижу МТЛБ. Поищи танк. Принял еще танк. Третий
осматриваем точку Анна. Нашли группу пехоты МТЛП. Продолжаем путь. Бункер вижу. Ну, бункер это... Сгоревший. Я понял, хорошо. Ищем дальше. Так, мне сейчас надо левым на обратный пойти. Да, давай. Второй пяток. Второй остаток 900. Третий 890. Есть что-то? МТЛБ вижу. Еще МТЛБ. Танков пока не вижу. FCR взял. Принял. Вижу бункеры. А ну посмотри, Т-30. Т-30 сколько? Т-32 посмотри. Смотрю. Там какая-то гусеничная тема должна. А, вот это оно есть, наверное. МТЛБ. МТЛБ, да? Mm-hmm. Я понял, хорошо. Ну это, в принципе, точка Борис, все. Это не наша. А ну-ка, Т-33. 33-я? Да. Смотрю. А, горит. Стрела сгоревшая. Ой, стрела, я понял, хорошо. Так, правым на обратный пошел. Рота 11, конечно, рота право, альфа. Мы на самом деле там, где танк уничтожили, последний. Там же второй был. Можно туда попробовать глянуть. Точно? Да, там второй был. Подъехал, мы уже уходили. Ну хорошо, посмотри, Т-37. А, где два на боевом? Славлюсь на 37-ю. Ладно, хорошо. У нас на точку Анна идут ребята наши, а именно рота Браво. Поэтому это самое. Найди сначала их, вот визуально. Установи контакт с ними. Так. Они где-то по дороге от Анны в сторону, я не знаю. Сейчас. По дороге вообще никого не видно.
на С-78 посмотри. Вот, на точку С-78. Ага. Второй, нашли позицию минометов. Флэвлис на 78. Да, наблюдали. Так, Буря, наблюдаю. Да, вижу нашу артиллерию. Да, 78-й наблюдаю нашу артиллерию. Да, работает по минометам. Артиллерия. Оно не движется? Оно не движется, стоят они. Я понял, хорошо. Второй понял. Так, посмотри на Т-55. Славились на 55-ю. Вот где-то там дорога, и где-то в окрестностях этой дороги могут находиться наши силы, которые движутся в сторону банды. Да, я вижу, банды. Куда-то стреляют, но пока их не вижу сами. Хорошо, не... Вижу стрельбу. Ну попробуй найти. Они могут быть немного... я вижу, правее. Да, они правее от дороги вижу. Они их видишь, да? Они магони ведут. Я понял. Посмотри, кто ведет по ним огонь. Нашел бронетехнику, противника. Так, работать готов? Нет. Секунду. Это Аглю-3, визуальный контакт. Установи. Ну, нашел кого-нибудь? Флэвлис на точку, которая отмечена, да? Аглю-3 пытаемся найти, детство. Первый план огонь. Пытаемся найти, как-то... Блин, странно, короче. Точка... Что, ты никого не видишь? Не сохранилась, что ли? Ну ладно, найти хотя бы их визуально. Атакуй их. Ищу. Так, на шлем у меня. На шлем. Да. Вот там где-то. Я в том секторе смотрю. Пехоту вижу. Второй выходим с войны. Да, БМП-2. Нет, погоди. И хреново вижу. Это наши, походу. Ладно, вынуждены. Аглю-3, ОТЦ закончил. Второй потерял оба двигателя. Смотрю. На Т-50 наши стоят. Наш вертолет, да? Вертолет я не увидел.
это второй. Я пытаюсь движки в основном. Вертолет я не вижу, надо 50. Двигатель долететь до базы, сейчас пробуем. Слева наш вертолет. Он летит или стоит? Он стоит на месте, слева наш вертолет. Сзади, слева от нас. Не наблюдаю. Третий, нахожусь где-то севернее Анны. Да, наблюдаю вас. Отходим тогда к полпоинту. Не можем работать туда. Второй, как дела? Второй, движки восстановить никак не могу. Мы можем подсесть за ним. Да, вот здесь раз подсесть. Сейчас подсядем. Но походу тут залип в говне. Ты видишь их, где они именно? Сейчас где-то слева должно быть. Садимся, чуть повыше. Урод один. Борт Мишан на потеряли один борт. Вот где-то, по-моему, вот вперед летит в сторону моста. Будет чуть правее должен он стоять. Принято, урод один, возвращайтесь на КП-2. Да, впереди. На час. Да, вижу. Третий нашел, где второй поднялся. Да. Узкий, из-за солнца вообще не видно. Херо, какая-то ракета летит, надеюсь, не надо. Ну их как что будем? Огли-3, вертолет есть возможность эвакуировать или уничтожить?